Съедобные цветы и микрозелень. Семья переселенцев из Донецка создала в Харькове ферму по выращиванию ростков различных растений. Начинали свой бизнес в домашних условиях. Сейчас зелень растет в больших теплицах. Ее покупают супермаркеты, отели и рестораны. На ферме побывала Наталья Белокудря. Валентина Денисенко пробует свой урожай прямо с грядки. Вся зелень, горох, свекла, редис выращиваются без нитратов. 5 лет назад женщина вместе со своей семьей переехала из Донецка в Харьков. Здесь начала заниматься выращиванием микрозелени. Муж настоял на том, чтобы мы переехали в Харьков. Какое-то время я еще ездила и там, но потом уже было принято решение, что мы остаемся в Харькове. И в тот момент нужно было определяться, чем заниматься дальше. Можно было пойти на работу как наемный рабочий, как я всегда это делала. Но мне захотелось, чтобы это было наше предприятие, чтобы это была семейная компания. Первое время проращивали зелень в домашних условиях, урожай собирали для себя и угощали соседей. Потом написали бизнес-план, выиграли грант. Сегодня у семьи переселенцев большая ферма с современными оборудованными теплицами. В бизнесе задействована вся семья от мала до велика. Сыну Даниле 4 года, а маме больше 70. Помогают также в работе родственники и знакомые. Каждый месяц на ферме вырастает до 300 килограммов зелени. Продукцию покупают супермаркеты, отели, рестораны в Харьковской и Донецкой областях. Семья переселенцев также консультирует тех, кто только начинает свое дело. Кроме того, устраивают мастер-классы для детей с инвалидностью. Наталья Белокудря, Андрей Домовой, Харьков, твой дом.